check the mic and make sure it sound right, boys. Впервые за всю историю Соединенных Штатов Америки в ВВС США появились однополые экипажи десантников. На этом фото две семейные пары, все четверо составляют боевой экипаж военного вертолета. В 2010 году с подачи тогдашнего президента Барака Обамы в законодательство США внесли изменения, благодаря которому появилась возможность прохождения военной службы лицам, состоящим в однополых браках. После размещения этих фотографий в сети интернета, они разлетелись по всему миру. Самый распространенный комментарий в сети — это предостережение не попадать к ним в плен. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.